праздником, с 9 мая, с великой победой над фашистской Германией. Не забудьте поздравить, пожалуйста, ветеранов с этой великой датой. Ура! Слава героям нашей Родины! Здравствуйте, вас приветствует канал Лига Music Wars. А сегодня у нас 9 мая, а это значит у нас открытие подарков. Открытие подарков, все, что мы накопили здесь, вот оно уже все здесь есть. Но существует, ребята, такая небольшая хитрость при открытии подарков. Если вы помните акцию, проходившую в Новый год, как я говорил, то там я сделал одну глупость. Я сразу открыл все подарки. Если у вас есть возможность открывать подарки не сразу все, а частями, то вы можете заработать приличное количество звезд. Вот, сейчас у меня такой интересный момент. У меня выпадает задание. Выпадает задание на 500 звезд. Вот, такое вот у нас есть. Вот, и значит, я могу спокойно открывать подарки. Но давайте еще поинтересуемся, так как новая партия подарков, то есть вот это вот содержит супер манускрипт, модули, вот здесь. Здешние подарки я уже все забрал. Так что открывать я их буду первыми, так как получить пенек из простых подарков, из такого образца намного проще, а 2x... Пусть лучше шанс будет при более высоком уровне. Так что вот эти подарки, первые, которые я приобрел, буду открывать в самую последнюю очередь. А сейчас давайте начнем с первого. Так, раз. Вот, 10 звезд. Пошел. 3 ринга. Так, еще 45. Еще 13. Давай, 190 звезд. О. Древний манускрипт. Ну, первая ласточка пошла. Итак. Да. Может, не сильно жадничать будут, а? Ну, хотя по Новому году, судя, там нормально было. Не жадничали, не жадничали, но оттуда вытащили мы очень много. И еще разок. Давай. Манускрипт ты уже вытащил. А еще модули будут. А где модули? 125 звезд. 150 звезд. 172. Классно вообще. Идем вверх. Вот считайте, 200 звезд я вытащил. На следующий переходим. Ну, протектор вытащил. Окислитель. Ну. Пока не вижу ничего такого. Вот он. Все, у меня есть пень. Пусть пока валяется там. 379. Еще один вытащим. Отлично. Все. Все, все, все. Закончили упражнение. Забрали звезды. Так, что у нас еще тут есть? Угу. Неинтересно. О, прикольно, задание еще на 200 звезд. Ну-ка давай, раз, еще лазерный прицел, еще один. Да, давайте выполним задание на 200 звезд и вытащим 3000 звезд. Ну, круто. Вот и хорошо. Ну, тут уже вам не интересно. Эти задания уже сам повыполняю. Ну вот, вытащили немного. По крайней мере, все подарки посмотрели. Блин, вообще ничего не видно. Да ёшкин ты, блин. Что бы съесть такого, а?
Давай тебя съедим. Что там у нас есть? Что это за манускрипт? С чем его едят? Давай пенек сюда вытащим. Угу. Итак. Манускрипт. Запас дзен-духов. Улучшается, ускоряет накопление на 10%. Вот пенек у меня простенький. Царь зверей, у меня еще царь зверей, еще, о, да, еще царь зверей живой, смотри-ка. Витаминный комплекс. Ну ладно. Хорошо. Неплохо прошлись. Еще главное, подарки остались, но их еще будем открывать. Будем ждать задания с новыми звездами. Буду, скорее всего, в конце делать нарезку вообще открытия всех подарков на майские праздники. Всем счастливо, ребята! Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока! Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.